Вначале я подожду еще в том плане, что это. Еще не отдышался. Гляну. Где знакомая фамилия. 3 года назад здесь были совсем другие фамилии. Значит, сколько народу я научил. Но есть и ветераны. Слили ряжем, мы фактически побратались. Вот. Я ее назвал сестрой. Вот теперь у нее есть брат. Польза от нее огромная. Я сейчас взялся, заметили вы, нет. Мы уже с ней 25 фильмов сделали. Это пересказ текста. Это тоже очень важно. Берется текст, написанный 10-15 лет назад. Богом забытый, людьми забытый. Вот. Начинаю читать его без предварительного просмотра. Читаю вслух, и запись пошла. И хоть бы раз оказалось так, что я с тех пор что-то по-другому это. Ну ладно, сейчас там старый зубр. Но ведь когда-то я не мог знать все, что я говорю. Вообще не мог. И наблюдательность нуль. Рядом с моим домом, смотрю, появляется дом девятиэтажный. Точно помню, что вчера ходил, его не было. Как его могли за одну ночь вырастить? То есть, получается, его год этот дом строили, а я не видел. Я не вижу ничего, даже в саду не вижу. Откуда я все это знаю? Я знаю, что это связь с небом. Сегодня я хотел дойти до того места, где душа человека. Вот. А то получается, что у человека души нет, об этом пишут это официально. Это же ужас какой-то. У Лутенкова нет души. Все. 2 метра под землей. Все. Это на полном серьезе. Это современная наука. Ладно, давайте теперь к делу. Алексей, добрый вечер. Ольга, добрый вечер. Что-то Москва потеплела все-таки. Звук отличный. Есть ли смысл работать с подвоем возле корневой шейки в центре пятнышки ржавчины? Ага. Разобрал подвой в длину у корня кольцо ржавое, четко выражено, но карась видно отлично, не испорчен. Олег, вы сами решайте. Вот. Есть и смысл. Так, Казахстану привет. В Алма-Ате мои эти фотографии используют, чтобы продавать саженцы. Ничего не понимаю. Персик. Так, Ржев Галина, добрый вечер. Архангельская область, добрый вечер. Тепло начинается. Сегодня вы мне звонили, вот, уточняли, что там за весенние обрезки. А я каждый день что-то нахожу. Вы представляете, друзья? Ну, всех касается. Ну, вспоминайте, из вас человек 50, если не все 100, умоляли, где лесная красавица. Хожу по саду, я думаю, зря жалуюсь на это. Нахожу молодое 4-летнее дерево на новом участке. Срезал с него 2 десятка этих черенков, отличнейших, лесной красавицы. Та самая вожделенная, вожделеннейшая, 4, 4, 2 десятка черенков. Вот они лежат. Теперь успеть бы продать, чтобы не выкинуть. Есть маленький пустячок. На бирке написано «Лесная красавица», а плодов-то не было. Я 4-й год. Ну, вот и думаете. Ну, если я рисковал, и вы рискуете. 100 рублей, не деньги.
будет у вас лесная красавица. Всю зиму отказывал. Ни одного лесной красавицы, ни одного черенка не продал. Также не продал ни одного черенка этой самой. Апортал. Боюсь потерять, думаю, порежу и все, и дерево погибнет. Кругом же бушует это. Все ближе подступает к нам этот чертово это бактериальный рак. Спасибо этим саженцам из Средней Азии. Привезли. Всем здоровья, Нижний Новгород. Здравствуйте все. Виноградов, привет. Вот у меня команда. А. Я горжусь такими, как вы. Ведь вы же не просто это повторяли за мной. Вы у себя в Сызрани столько раритетов нашли. Я позавидовал. Я, железо, позавидовал вам. А если бы всей страной? А если бы со всех институтов? Сейчас бы формировали бы бригады. Небольшие, много не надо. Ну, чтобы это. Ну, по два человека. И по всему, вот, допустим, Сызрань. Сызрань. Это же у нас Самарская, да? Кажется. И чтобы объехать все, вы же один не могли. Ну, вы столько наших раритетов. Искать, искать, находить, делать помологические сады настоящие. Ведь тогда же мой приятель, который организовал мои семинары в Москве, так, Сергей Новотный, он уже будучи, пройдя, а у меня было два семинара, просидев 6 дней, засняв все это на пленку, на видеокамеру. Он же организовывал, один из организаторов. Он после меня поехал в этот ботанический сад в Крым. Походил там и пишет мне: Константин Ильич, вы правы. Изуродовали все. И тогда я вспомнил, что однажды с помпой, может быть, 30-40 лет назад, в стране было заявлено, что, заметив, в Санкт-Петербурге, это там, где тот, который меня это, кислород перекрыл, он там же был этим доктором, ну, профессором. Вот. Вот. О, кстати, вот же, вот эта же книга, да? Вот он же. Вот. Я о нем вспомнил, почему. В Санкт-Петербурге и в Крыму было создано два уникальнейших по размеру, каждый из нескольких тысяч абрикосовых садов. Это было грандиозно. Сейчас его нет не только в Санкт-Петербурге, где также их калечили, как только могли. И даже в Крыму нет. Понимаете? Даже в Крыму. А фотографии мои есть. И в Крыму есть. Вот так вот. И Виноградова я вспоминаю, потому что это от него пошло. Если Виноградов нашел раритетные деревья, то надо сейчас всем институтам, Ольга, вы меня еще слышите, может, хоть один раз дослушаете. Вот, оказывается, как сказал Савинич, не она нас следит за железом, считает себя учителем. Не только она, еще и другие ученые есть. И в Питере, кстати, сказала, есть. Вот. И получается так, что должны быть созданы экспедиции. Это всего лишь машина, лучший грузовичок. Поехали, откопали корневой отводок. Это, встали на колени, выпросили, если видят вот такое вот, а оно всегда такое вот есть, всегда, только никто не знает, вот, попросили, идентифицировали, в виде семечек, в виде плодов, заплатили, черенок, а это если летом, зимой вернуться, экспедицию надо устраивать, это самое, в июле, август, сентябрь, вот тогда, июль, август, сентябрь, вот, что зимой вернемся, мы вам закажем черенок, не как железо по 100 рублей, мы вам заплатим, закажет человек по 1000 рублей. Кто откажется из наших нищих ребят, садоводов? Самые богатые люди на свете – это душевно садоводы. Вот что надо. И вот, Алексей Виноградов, вот это вы мне навеяли вот эти все слова. Это вы начали. Первый. Как пошли по садам. Елки-палки. Я с железом позавидовал вам, молодому, толковому, талантливому.